Документы есть с собой у вас? Основания-то какие? Для предъявления. Разрешение вами с тем правонарушением. Да? Есть, в машине, пойдемте. Возможно, предъявлю, а возможно, нет. В машине нас не интересует. Как понять, у меня там паспорт. Как вас не интересует, что у меня в машине? Если с собой не носите, то... Как подождите, постойте. Я говорю, в машине, у меня там ребенок еще несовершеннолетний. Пройдете к машине, пожалуйста. Я говорю, у меня там ребенок несовершеннолетний. Вам будут применены физические силы, специальные средства. Я спустя нас предупреждаю. Я говорю, у меня ребенок там несовершеннолетний. Руки за спину! Паспорт там! Руки за спину! Паспорт там, блядь! Руки за спину! Я говорю, сейчас паспорт достану, ты что творишь-то, а? Ты уже руки, раз, руки за спину! Раз, руку за спину сделал! У меня паспорт там! Руку за спину сделал! Смотри, у меня паспорт там! Блин, сваливай! Да я не сопротивляюсь! Дай тебе паспорт как достану! Как не сопротивляюсь? Я тебе паспорт достану! Ты что творишь-то? Ты меня вот посмотри, открой дверь, там ребенок! Двухгодовалый! Звоните же, нет! Какой же мне на вопрос?